Москва на грани температурного рекорда. Самые жаркие обычно дни лета в этом году превратятся в самые холодные. Уже сейчас в столице всего 16 градусов тепла. Завтра может похолодать еще на 3 градуса, а в среду до плюс 12. По ночам так и вовсе обещают лишь 7. И все это будет сопровождаться дождями и довольно сильным ветром. Так холодно в Москве в июле не было, ну, как минимум, последние полвека. Относительно потеплеет же по прогнозам. Да и то ненадолго, лишь к выходным.